Я тебе буду долгими вечерами играть так. Мне надо какую-то грустную. Так, Kickstarter. Ну шо? Интер. Сука. Слэш вправо. Кит пробел стартер. Ты что, забыл в натуре? Да все. Мамкина бандитка. О, еб. О-о-о! Давай уже хоть где-то строиться. Блять, я не могу, уже не могу, не могу, не могу, не могу, не могу. Опа, кодовый замок и игрушки, блять. Заебись, погнали, куда? Там выход, идем. Я жру, я уже не могу. Вон там деревца, он хоть в тех деревцах. В каком мы квадрате сейчас надо поглянуть? Ага, N. N1, да. Ага. Ну, все. Тут есть кит медика, кит на жратву, кит охотника. Угу. Но это уже дом построим потом. Так, стой, а что это справа наверху? Вот, собираем ресурсы. Йо, тут конопли сколько. Ой, Макс, тут наверху что-то интересное такое. Пошли, там я еще по мордасам не получал. А, вот супермаркет закинутый. Кошерно. Карета ездит, нет? Не, эти ж кареты не ездят. Так, а где тут что смотреть? На полках. Нету. О, взял яблоко и закатку. Да я тоже куда-то. Вот хуйню. Большое, большой ящик. Ух ты, что ты за чертеж есть? А ты что, тоже этот ящик облутал? Да. И я его облутал. О, братан, тут большой зеленый с хламом всяким. Давай ты там, короче, внутри все посмотри. Огромная деревянная табличка. Это именно то, сука, что мне не хватало. А что, в ящике было? Курточка. Кто-кто? Куртка. А-а-а. А, я же его взял уже. А где ты, блядь, проебался? Тут. Так, там все облутали. Я предлагаю вот туда вот пойти, туда в пролесок. Угу. О, капканчик. Не, левее туда, куда ты побежал. Я понял. Я понял, говорю. Йод, смотри, сколько конопельки. Угу. Сейчас я бочку разорви. Каминчик. Так. Где проебал? Блядь, а? У меня здесь кровать, нахуй, все дела, блядь. Ну отлично, пошли. Ай, да я взял. Да какая разница? Блять, там дома, сука. Да стоп, они стопудово не... Ой. Пойду конопельку соберу. Собери, он типуля спит. Пойду ему по мордам сейчас дам. Ты смотри аккуратно, чтоб сейчас тебе не наваляли. Кто? Я сейчас киркую ему в чердак. Ты кирку скрафтил, что ли? Да. Кодекс спит. Прям как рыпакер керу. Ага. Клещина, блядь.
Слушайте, да. А давайте-то вот тут вот загэпаем, чё нет? Давай. Что ты там повыбрасывал уже? Это грибы. Там у меня это тело жрать захотело. Ты где? Ты распал. Ну в лесу тут внутри. А, ну вот так давай прямо тут а вот. Чтоб деревья не ломать, чтобы они нас закрывали, если что. Стой, я ж тебе рецы сейчас скину тоже, держи. Еще погоди. Стой, я тебе тогда сюда сброшу. Держи, каменчики. Сука, хуёво я построил её. Чего? Ну? Такой маленький дом будет. У меня кровать тоже есть. Маленький? Маленький, да, да. Так, я пошёл за ресами. Давай. Каминчик вот есть ещё. Сука, где стены, блядь, а? Чувак вот пишет, Рибу! Какая смешная шутка была, да? Что ты аж оценил прям. Какая отвратительная рожа, блядь. Ну а где же загоны? Слышишь, тут курица агрится. В смысле? В натуре ты ее когда лупишь, она начинает тебя клевать. Заебись. Четко нахуй. В натуре, Кости. Да что такое? Ковер. Так, ковер это хорошо. Так, деревянная табличка. Табличуня. О. Это прям по-царски, я бы сказал. Ты там строишь? Да. Чтоб я пришел, уже ковры лежали. Да. А тут прям такой этот богатый кикстартер. Прям дорого и по-богатому. А я не знаю, как дорого, но по-богатому да. Раз, два, железненькая руда. Тут грибочков сколько, с голоду не проживем. Да, не проживем. С голоду не проживем, да. Лошадь. Жора, иди неси, сука, сюда свою дверь заебал. Какую? Та, которую тебе дали, блядь. А у меня забрали уже ее. Так, а ты ж не прописывал кикстартер еще. Прописывал, как я прописывал. Ну сейчас я тут этот... Сука, а как правильно дверь поставить, чтобы внутрь или наружу открывалось? Да внутрь сразу. Блять, я уже наружу сделал. Ничего страшного, правильно. Сейчас я тут руду добью. И куча всякого говна. Ненужного, бляха-муха. Какой пароль? 1478. Ого! Стой, держи еще ресы. Приехали ресы, Макс. Да-да, скидывай сзади. 300 каменчиков. И все. На дверь. И замок скидывай. Давай шкафчик поставим. Сейчас поставим, погоди. Так, давай, чтобы эти двери, сука, открывались внутренне. А что ты куча дверей понаставлял? 1478. Так, печунья. Печунья у нас будет стоять. Ах ты курва. Что такое? 1477. В смысле 77? Ничего. Да я неправильно ввел. Жора, ставлю шкафчик. Так мне тоже надо же поставить. Ты нахуй тебе ставишь шкафчик, если у нас будет один шкафчик? Так, а вещей будет мало для... У нас вещей много для одного шкафчика. А что ты план постройки выкинул?
нахуй не нужны, да. Ага, билдинг блоки, да? Сейчас сделаем. Вы не можете строить близ чужих. Добавьте больше ресурсов в шкафчик, чтобы предотвратить гри. Ты понял, Макс? Я знаю, я уже положил туда. Кого? Ну, в шкафчик. Так, шкаф будет стоять 3 дня, 9 часов, 9 минут. Да. Изи нахуй. Я не... Это мой, сука, фурнейс. Так. Флот. Давай тут будем плавить руду. В этом фурнейсе, правильно? Ну да, ты второй поставишь его сейчас. Я уже поставил. Все, молодец, я вам поздравляю. А в этой... Мы будем делать... Всякие чуделишечки. Только надо с этой этот чуть-чуть деревца забрать. А ну, Себастьян отсюда сделай. Подожди. Я дерево закину в печуню. Все, отлично. Что ты хотел? О, молодец. Ого, а что это у меня за огромнейшая деревянная таблица? Что это за херня? Огромная деревянная табличка. А, стой, Макс. Чтоб не этот. Стой. Чтоб правильно подходить к этому. О, я ковер постелил. Ну, чтобы к лестнице подходить, ноги, чтобы вытирать хотя бы. Так пойдет, да? Пойдет, пойдет. Надо кровать поставить. О, кстати, да, то вдруг убьют его нахуй. Угу. Где ты спать хочешь? Я буду вот здесь. Где? Где-то, блядь. Ну ставь быстрей. Да ебу я, блядь. Просто тут, как обычно, мы фигней страдаем. Не дай бог... Вон рядом, рядом ставь. Кто-то, не дай бог, хату вынесет, понял? И у нас тупо пустое пространство. Нема ни комнат, ничего. Одна большая комната. Так, ты авторизировался же, да, в этом? Да. Я вот думаю, может побольше, сука, положить всего, блядь. Посмотри, как я кровати поназывал. Сейчас. Слэш. Как там? Home. Слэш home. А, командам только следующего имя телепортирует. По ковру аккуратно только ходи. На, я понял. Надо костерчик сделать. Слышишь, у нас сколько металлофрагментов, что можно уже, я не знаю. А как ты собрался? Сидя с них доставаться? Да похуй. Болеешь? Болею. Ага, нормально. Ты сверху, че, да? Ты сильно много окон тоже ж не на этот не настраиваешь. Да не ставлю я сильно много окон. Сука, что я сделал, нахуй? Блять, Макс, у тебя есть металлолом? А что ты хочешь? Скинь мне. Металлолом?
Я весь свой металлолом кинул в этот, понимаешь? Нет, ты... Ага, отлично. Я не могу понять, что за прикол. Вот я хочу сделать гвоздомет, понял? А он мне пишет, что Workbench Level 1 required. Это что? Да я ебан тут. А, Макс, я понял. Это ж надо теперь ставить эти. Кого? Верстаки, по-моему. А, точно ж, блядь. Только этот. Стол для исследований, мангал. Блядь, мангал даже. Ебать, мы тут долго не играем. Верстак второго уровня. Верстак второго. Вот, верстак первого уровня. Надо 500 дерева и 500 металлолома. Ой, 50 дерева и... 500 дерева и 50 металлолома. Все правильно. Я пошел деревья ломать. И бочки. Ой, я дебил, сука. Может, бочки там есть. Такая музыка страшная иногда играет, реально всраться, блять, можно. Да? Нет, так серьезно, это без шуток. Почему? А, тут же чертежи надо же еще находить, чтобы следовать. Я забыл. О, аэро летит. Угу. А где он? Так, куда я положу этот ящик? Ящик я этот запхаю аж сюда его. Ты там пхай-пхай, только не перепхай. Пхай-пхай. Ток-ток, but not over-ток. О, таблеточки антирад. Антиблят. Таблетки антимле. Мле. Листовой металл. По горбу мне дал. Заебись, ты все сказал. Знаешь что? Потому что листовой металл. Бо, ебать. Бать, ты уже наплавил тут, ты что, ёбнутый? А ты что, оно тут гасит страшно. Так, металлолом 40, мне надо 50. У тебя есть металлолом хотя бы 10? Нет, у меня нет. Твою налево. У меня есть этот, high quality metal. Нет, нужен именно металлолом, чтобы workbench построить. О, кирка. Кирка, это хорошо. Бочуничка. Мне нужно еще 5 реально металлолома, я сделаю этот уже нормальный workbench и будем там все делать. Ого! Я наигрался. Что такое? Чувак с автопизди. Чувак с автоматом. Тебя забили, да? Угу. Боже, сколько у меня там было всего. Сколько у тебя там было всего? Много. Штуки 3 металла высокого качества. Поэтому я и не выходил отсюда. Прописываю Kit Hunt, он мне пишет, this kit doesn't exist.
Блин, я бы побежал туда. Там, где прилип, но я... боюсь. Что ты там стоишь, тыкаешь? Надо мне. Китхантер, пиши, а не Китхант. Ёпти. Во. Ох ты, господи. Кит. Ну, 32 стрелы всего-то, ребят. Так, это нужно кинуть переплавиться. Так, ты сейчас не вылезешь, так что посиди. Банки? Да. А ту я выключил, там нет ничего. А, так, о, на, сейчас будет. Так и чё, блядь, дёрни нахуй. Ну шо, погнали этот, ебать? Подожди, я хочу вернуться туда, где меня тут Гаврик закилял. Может, осталось что-то. Подожди, сиди на улице, я тебе лучше скажу, можно выходить или нет. Я уже на улице, я уже бью. Ой, сиди в доме, я имел в виду. Бежал я вот туда, но там я и должен лежать. Я ж надеюсь, он не каннибал меня, он не разделал, правильно? Ну, это я хуй возьму. А, вот то, что я не успел позабирать. Вот тут внизу... А, вот и я валяюсь. Чувак, он у меня почти ничего не забрал. Да. Угу. А что ценного забрал? Ну, все, что было ценное, он позабирал. Плюшевого мишку моего оставил. Кирку оставил, антират оставил. Тридцать два грибочка оставил. Курочку оставил. Ящик большой оставил. Так, а ты там где? Я возле дома. Ты возле дома, да? Да. Причем он завалил меня, сука, не с автомата. А знаешь чего? С чего? Самодельного пистолета, блядь. Повезло, ебать. Угу. А он тупо в спину меня гасил. Он с горы спускался. Я, правда, не знаю, в какую сторону он... Пидр. Побежал. А лошадку приручить можно, интересно? Лошадку? Так, но нам все равно надо резать, это не смешно.
Ты где? Сейчас. Ну что сейчас, ты можешь сказать, где ты, что сейчас? Ну возле дома недалеко. Я, короче, поставлю на первом этаже ящик. Ну? Ну и что, ну и будем этот, я в ящик все поскладываю, то что там, ну будем складывать что-то ценное. Ты на втором то, тоже ж поставил. Ну да, я что-то поставил. Гитары нету, уж скучно стало. Ну, блядь. Где сопровождение, блядь? Где это брин? Брин спалили. Надо бензопилу будет потом скрафтить. На, а, это типа дереху и... Ты дерево и руду и все, что хочешь. Да. Это ты деревья валишь? Где оно такой звук страшный, блядь? Бля, ты чьих будешь, холоп, сука? А, это ты свой? Не, это чужой зашел в хату. Так, а что у нас по крафту можно вообще делать, ебать? О, Large Plant Box. А где тарп, сука, набрать? Где этот тарп, нахуй? Что у нас, что это вообще такое, блядь? Чувак, скрафти, пожалуйста, этот. Кого? Кого? Верстак первого уровня. Надо 100 делал фрагментов металла и 50 металлолома. Держи, я тебе металлолом скину, кое у меня весь есть. 20 фрагментов металла. И дерево. Возьми скрафти. Потому что не можем же ничего построить. Вот тут в углу где-то поставь его. Сука, как он называется, эта хуета, или? Q нажимаешь, и темпс, и в самом низу. Верстак первого уровня, так и называется. И темпс. Верстак. Repair bench, ебать. Где костер поставить? Жратву готовить? На втором или на первом? Барбекю, блядь. Ага, level 1. Что за скраб нахуй? 11. Так, 11 скраб нахуй. Ага, металлолом, ебать. Ну, его надо искать, блядь. А у тебя что, тоже нету? Не, у меня его и не было. Блядь. Так, ну я сейчас это скидываю, ебать. Пошли просто вместе полазим по этому, полутаем. Сейчас, секунду, я хочу этот шкаф поставить. Я на первом шкаф поставлю. Так нахуй надо, у нас уже есть шкаф. Антон. Ладно, пошли. Вот туда, в сторону супермаркета. По бочкам, по металлолом тупо по бочкам. У тебя не хватает что, только металлолома? Да. Только металлолом. Ну все, можно металлолом найти будет и этот крафтить. Так, вон бочки. Ну давай, я пока тут такую ткань пособираю. Кабанчика кильнуть? Киляй. Кабанчик понадобится. Так, металлолом есть. Там есть мишка, но я боюсь, что... Блять, всякая хуйня, ебать. Только не то, что надо. Кабанчик, ты чё? Сыишь? А в меня кабанчик текает. Вообще пиздец. Ещё и воду. Ты что, топиться пошёл, алё? Он не вынес твоего напора, бля. Я что, поссал на него или что, это он не вынес? Так, у меня напора? Есть 8 металлолома. А там надо сколько? 50. Туда еще надо искать. Так, а я ж тебе скинул еще. Да там 11 всего. Твою мать, Макс, спасай, за мной медведь бежит.
Давай, где ты? Я тебя не вижу просто, где ты? Да я поднимаюсь. Будешь его гасить с этого. Ой, блядь, я сейчас сдохну. Я тут до супермаркета, я понял? Тут, да вот вниз смотри направо. Ага, вижу. Бля, главное, чтобы в тебя не попал, ебать. Я сейчас сдохну, у меня 2 хп. Давай, давай, гаси его. Да виляй нахуй. А он еще и доедает, прикинь. Угу. Сейчас я иду. Сейчас я приду, сука, ага. Ну что ты там его? Почти, наверное. А он убегает, уёбок. А, он убегает? Хоть не в сторону дома, потому что я же туда бегу. Не знаю, куда он, сука. Он по дороге бежит, пидорас. Ну ладно, забей на него. Нихуя его залутаю, уёбка. Ну дружаню, ладно. Дружаню моего килял, ебать. Беги за ним туда, в сторону дороги, я свой. Пидорас, сука, мамкин убил. А где мой труп? А. Там и лежит. Нет. Опа. Эрроу нахуй забрать. Где там и лежит? Ну там, где ты умер. Да нема. Ну как нема? Ну как нема? А, есть. Блядь, где ты его нашел? Медведя? Ну да. Короче, рассказываю. Киляю я кабанчика. Ага. Я знал, что там слева медведь сидит. Реально знал. Но он начинает за мной тупо бежать. Угу. Вот так я его нашел, короче. Угу. А ты что? Ты мой хэтчет забрал? Да. Тогда ладно. Надо подкрепиться. Подкрепись. А его же набросило за то, что у него не стоит. Жерве! Так, ты где, Жерве? Это... Подбегаю к этому. Он слева от тебя. К супер, да? О, супер, чувак, да, так я... тут этот, слышишь? Тут еще он куча всего. Бочуни. Так, я по бочкам погнал, короче, а ты тут давай занимайся. Давай, давай. Он медведь еще справа. Наверху. Сука, чертежи еще выпадают, которые можно изучать. Ну да. Да, он Мишаня. Что у тебя там по металлу? У меня 8 еще хуйня, есть. Хуйня у меня. Всякая дичь. Так, нахуй. Да, медведь за кабаном гоняется. Ковтюна, сука, что это такое? А ты где находишься хоть? За машинами. За какими машинами? Так, я не знаю, что мне выбросить, блядь. Посмотри. Брезент можешь выбрасывать, он, я не знаю, зачем он нужен. А, делай. Машина пропала, смотри, машина пропадает. Я увидел, я знаю. Чё так орёшь, я что, блядь, я чуть не всрался. Да я сам охуел только что, ебать. Я знаю, что она пропадает. Так, я ёжики изучил. Тебе надо чертёж ёжиков? Давай. Всё, у меня есть уже. Иди сюда. На металлолом. Так, у меня 27 плюс там 11, это 38. Металлолома? Да. Я наверху там тоже ж этот. Ой, слушай, тут же ж переработка есть. Нафига мы весь хлам выкидываем? В переработку закинул.
Что закинуть? Пружины закину. Что еще? Вот это закину. Микросхема. А где ты переработку нашел? Сразу вот тут за углом. Так. Нихуя я тебя не вижу, блядь, похуй. Да в смысле, ну Максим? Что, блядь? За углом, вот тут вот где этот. Ебать, за углом, ебать, тут вообще-то, блядь, углом там, где, 6, нахуй. Там, где стиральная машина лежит. Пиздец, ебать, я должен догадаться, нахуй. Иди сюда, у меня 90 металла уже этого. Металлолома. Это нахуй стиральная машина. Ну все правильно, вот тут вот и переработка. Хочешь закинь тоже, если у тебя хлам есть. Стой, на, я тебе металлолом скину. Максим. Сейчас, погоди. Так, input. Сука, что мне еще тут не надо? Вот эта хуйня мне не надо. Эта хуйня мне не надо. Эта хуйня. И шо, и как она, что она не делает сегодня? Жди. Ага, все, я понял. Во, вещи ебать. А если кастомахи туда бросить, как думаешь, что будет? Ладно, мясо давай ебать. Ебать, это вообще охуенная штука. Ну да. Это да, это я знаю. Все, ты поработал? Да вроде. А ну где ты нахуй переплавишь, что это за поебень. А что ты кинул? Какую-то хуйню. Корпус винтовки? Не знаю, что это такое. Бля, ну уже поздно. Давай, забирай. Ну все. А, кости не. Кости нельзя. Знак. Побежали делать. Подожди. Сейчас я знак переработаю. Значит, вот это положи туда. И вот это вот. Я позабираю, если что. А, все, пустые банки он мне этот не делает. Ну ладно, все, погнали. Пошли делать эту билиберду. Так, капка, капкан этот забрать. Его как-то можно деактивировать. А, стрельни, по-моему, в него, или его как-то можно деактивировать. Ну чё, забрал? Я забрал. Моя дед, пацан. С детства ты любил. Там, наверное, вдоль дороги бочечки уже этот. Блять. Ага, хата не отображается, сука, на карте. Прокрафтили стопудняк. Взял корпус винтовки, блять, переработал. Ну и хуй с ним. Ты шо, расстроился? Ну, хата у нас расстроилась, да. Чё ты стреляешь? Делать нехер? Это не я. А кто? Не я. Ебу я, блядь, я бегу в хату. Все шишки, блядь, перекидываешь, заебал. Бинокль я нашел. Не знаю, нахуй. Что у тебя там бьет? Что, кто там бьет, что-то его? Да то котейка мой этот в ящике дерет. Так, не, надо валить домой, ты шо? Ты дома уже? Угу. А там ступеньки нафига ты строишь?
Где там? Ты где вообще? Я наверху. Хорошо. Где ты, блядь, наверху? Что ты мне трындишь, блядь? Я только что мимо тебя пробежал, придурок, блядь. Так, хорошо, я поставил эту хуйню. Ступеньки ты поставил, да? Какие ступеньки? Ко второй двери. Ну да, ко всем. Ну, блядь, а я у тебя спрашиваю, то ты поставил? Нет, я наверху. Ну, я, конечно, блядь, я ко всем поставил. Так, а ну, стой, на, я тебе скину, сам распределишь потом, что надо, что не надо. Стой, держи. Металлолом такое, канаты вон. На, биноклю. Вот, а ящик ты не скинул. Да, ящик. Вот, теперь я могу шмотки крафтить. Как, и шо, блядь, где, как это крафтится? Или... Workbench, ну, первого уровня. Использовать. Так. Скраб 500, ебать. У тебя есть high-quality metal? Нет. Есть у тебя, я тебе скидывал. А где? Вон там возле ты переработаешь. Да, 10. Где, бери, куда ты пошел? Ну сейчас там скинь, я сейчас подойду. Сука, а че оно не ставится, это поебань. Ну как мне ее поставить, блядь? Так в чем прикол? Я все равно не могу крафтить. Я не могу понять, почему я не могу поставить. Кого ты не можешь поставить? Хуйню вот эту вот. Какую вот эту? Вон, я скинул. Вот. Опреснитель воды? Да. Потому что он на улице ставится? Я на улице только что пробовал, Антон, бля, я не дебил. Чего? Сейчас я погляну, где оно тут что. Опреснитель воды ставится возле моря. Он поэтому и называется опреснитель воды. А, блядь. Ну тогда хуй на него. Знаток. А ты что, его скрафтил? Так надо металлом весь первый этаж позашивать уже, шо ж ты? Да, это сильно дохуя надо. Так, хорошо, что можно делать с этой поеботиной? Нахуй, а, это я забрал. А шо за эксперимент? А, вот, не знаю, что-то вот сейчас нажал. Опа, а, это чертежи, сука, делать. Так ты видел, ты турельку или что там? Не турельку я сделал. О. Ну и все, ребят. Так, это надо будет все нахуй скинуть. О! Металлическая эта хрень. Блин, у нас тупо. Нету дерева. Я пойду дерево нарублю. Дерево? Вот у нас, блядь, дерево 13 так тысяч. Так а почему печки не этот? Так потому что там уже все на разгрело. Ну так я туда заново кинул дерево. Вот что ты вот тут вот этот деревянную стенку оставил? Хочешь, чтобы ее развалил кто-то? А кто ее развалит? Туда еще зайти надо, блядь. А если он захочет развалить, он уже развалит ее. Бля, у меня дерева с собой нет. Семена конопли закинул в ящик. Может пойти посадить. Ткань. Камень у меня есть еще. Тебе надо камень? Не, мне не надо сейчас камень. На этот вот металл хорошего качества я скинул. Он 26 их. На, туда там пусть будет, ебать. Нам надо металлолом. Бинокля. Куда металлолома сколько надо?
Ну, блядь, чертежи эти ебучие. Так, причем чертежи, надо по максимуму сделать этот, по хате что-то. Это база. Нам надо вот этот металлолом ебучий искать. Пошли тогда вон к зимнему биому. Подожди, подожди. Курицу завали. Я ее не вижу. Понятно. Ты как обычно, да? Нет, чтобы меня подождать, ты куда-то срубил уже. Да я тут бегу, блядь, просто в бочке биться. Бочки без? Доска. Сколько серы ты хочешь? Много серы. Итого, с помощью кирки я нарубил 1800 крутого, да. Вот это я в шею курицам. Я, короче, по дороге вверх туда побежу. А, тут еще один супермаркет. Жора, беги сюда. Блять, подожди. Да я еще с бочки еще пока буду бить, ты как раз забежишь. А где ты? Ну, вверх туда по дороге, в другую сторону. А, все, вижу. Там труба какая-то вообще. Ух ты, нихохо себе, ебать. Что там? Какую-то дичь нашел. А че я подойти, блять, не могу? Ты нашел дичь? Тут иногда такая музыка хорошая, мне кажется, что едет танк вообще. Да. Ну шумы, понял, вот эти вот всякие там самолет летит. Я не знаю, я все выключил, чтоб тебя там звуков не было, бля. Ты же записываешь или нет? Да. Дам. А, это заправка ебучая, бля. Ну и шо? Что, плохо или что? Что-то заправка? Да, плохая заправка. Хреново одно. Чё? Темнеет. Да-да. Блять, я сетхом не прописал. А то что такое? Тюрьма какая-то или что? Смотри, с вышками ограждена. Где ты там это всё нашёл? Сзади заправки. Две вышки большущие. Ага. Ой, слышишь, а на заправке есть этот? Кто? Как его? Скажи, я тебе скажу. Переработка. Как раз я сейчас бы весь хлам кинули в переработку. Пока не вижу. А, так это что? Ага, это что-то такое. А, это аэропорт, ебать. Побежим в аэропорт. Побежим, давай тут лутанем уже все, окей? Так, я там нихуя не нашел его. Давай, подбегай, погнали к аэропорту. Нету, да, тут переработки? Нет. Давай справа. Блять, ты меня... Бать, ты меня испугал, сука. Давай справа будем обходить, как раз бочечки полупим. Смотри, ты справа, я слева, вон бочки тоже. Хорошо. Ну, самолет валяется. Где? Внутри там. Да? Ну, я тут сбоку стою, понял? О, бейсболка выпала. Так, а ну сейчас. Наска. Баллон из-под водорода. Да все тоже можно на металл перерабатывать, а мы все выкидывали. Надо дома себе поставить будет эту, слышь, переработку? Угу. Реально туда закинуть кучу всего. Ваш принцип. Машина стоит. Жалко, что эти фуры военные не ездят. Ну, прикольно, да, забежал такой и уехал. Ты в ангарах? Да. А тут лутано все. Да. Тут братан, да, тут все лутано. На жаль. Бля, мы на самом деле в хорошем месте построились. О, переработка. Отлично. Есть? Угу. Где? Во втором ангаре. Так. Кипарик в переработку, пружину в переработку, знак,
листовой металл. Ну что там у тебя есть, что-то нет? Не, пока не хуйня еще. Не, ну у меня на самом деле тоже кроме переработки нет ничего. Лежит куча ящиков, но это все просто декор. Ты где хоть примерно находишься, чтобы я в тебя... С той стороны. Палить, не дай бог, не начал еще. О, я тут тоже нашел этот, блин. Переработку? Да. Ну так кидай реально все туда, что там этот. Я закинул. Что тебе не надо, пускай. Мантулит. Ты в административное здание не ходил еще, нет? Нет. Еще нет. Шоколадка, не надо мне эта шоколадка. Так, медицинский шприц и антирад таблетки. Хорошо. О, верт стоит, может возле верта что-то есть. Слушай, вот блядь, это тут... нихуя не видно, сука. Вот это тут антирад таблеточек. Да? Угу. Ну, блядь, заебись, хоть видно хоть что таблет стало. А что ты сделал? Ух ты, блядь, а что это таки за хода, ебать? Что ты сделал? Ну, скрафтил этот, блядь. Кого? Ну, блядь, хуйню на голову, чтобы светилось ебать. Это где она находится? Не знаю, но мне сразу вылезла вот эта боковая панель. У меня нету. У тебя, блядь, низкое качество эта, сука. Low grade fuel есть? Нет. Но у меня было. Сука. Open the door, ебать. О, еще одна хуйня такая же. А где там air летит? А что у нас тут, ебать, был еще один ящик. Ну, будем, чувак, сидеть до утра. Я даже не могу сделать это себе, слышишь? О, второй этаж, его. Ну что не можешь сделать? Ну, этот слышишь. Петрол, Блядь. Геликоптер. Вертолет. Вот это хуёво. То ты на втором этаже там, да? Да, да. Что видно, что светится что-то? На первом, да, я хоть к тебе подойду. Иду за тобой. А где ты? Я на первом этаже. Я свечения не вижу. В коридоре его. Блять, как сюда подняться? Выйди на улицу. Вышел. Я под навесом тут, понял? О, а спустись вниз. И вообще вниз? Ну да, я не вижу, где ступеньки просто. Ага. О, все, это я. Что-то было интересное? Не, нихуя. О, так слышишь? Уже утро. Как утро? Глянь. Ого, внутри. Все, я пошел дальше. Жора, аирдроп, вон, смотри. Где? Блядь, вон падает. Ты так орешь? Макс, ты думаешь, мы одни там за ним бежим? Ну, бля, я хуй его знает, я бегу за ним.
360 метров от вас приземлился, она мне написала даже. Куда он это написал? Ну, в этот, в личку, он при аэродроп приземлился в 316 метров от вас. Сука, тут не пробежишь. Там тоже. Где он упал, блин? Прямо там, где запал. А, все, вижу. Что там? Ну рассказывай, что ты, блядь, молчишь? Пошли отсюда лучше. Прибегут же по-любому. Пистолет, так, а компьютер был? И какой-то черный броник тяжелый. Угу. Сука, надо потушить. С таким лутом надо домой валить уже. Пошли я тут по домам. А ну вот, стой, я тебе сейчас скажу. Револьвер, питон, кольт, тяжелый пуленепробиваемый нагрудник, компьютер лазерного наведения и что-то еще было. Только я вот теперь не помню, где хата, ебать. Хата по правой стороне от дороги. Глянь на меня. Ничего не изменилось. Вроде. А, ну бронежилет. В нем только бегать этот тяжелее стало. Я тебя вообще проебал, прийти ты блядился. А где футболка моя? Погнали, погнали, погнали. Вот так вот туда вот прямо. Вон я тут. Уже понял. Где ж там верт гоняет? Не в курсе, не в курсе. Лил Узи верт. Йо-йо-йо. Сука, если он нас сейчас постреляет, это будет весело. Ну, это тут халабуда разбомбленная. Ну да. Я думал, она целая. Татарин был убит, выстрелил голову от обкуренный лунтик. Обкуренный лунтик татар стреляет, короче. Нянька, у меня револьвер. Ер-ер. Чё ты там на ходу, блядь, выкидываешь? Я ничего не выкидываю. Ковелики? Всё, подбираю его. Хорошо, я зашел. Все, скидывай, слушай, тебе не надо сейчас. Куда? Револьверы эти все скидывай. Макс, ты бы металлолом не на исследование херни всякое оставлял. А на что я тебе, блядь, его оставлю? Он нужен для того, чтобы крафтить еще. Понимаешь? Ага. Ну сейчас. О, кирка, ебать, нормальная. А ты, блин, на всякую дичь его реально тратишь. Так, а как тебя теперь посмотреть, как этот суд? Ебать, ты пиздливый стал, Антон, ты меня сейчас бесишь, ебать, я тебя в натуре сейчас втащу, бля, понял, ну? Ты чё деревянные решетки, блядь, сделал? А потому что других нет. Так, что у меня есть по этому? О, почтовый ящик могу сделать тебе. Зашибись. То, что надо. Так, это сюда. Я в печу не закинул, там только дерево надо. Слышишь? А. Дерево на шепчешь, там дерево надо только в печу не.
Окей. Честно, если киркой дерево гэпнуть, сколько добывается? Нисколько. Так, я не понял. А, ну да, у меня дерева уже нету, поэтому... Что нам надо, ебать? Так, 200 вуд, 2 тарп. Это что ты строишь? Что такое, сука, тарп, ебать? Large Panther Box. Ебать, так, ресурс. Что ты строишь? Не знаю, я просто пока смотрю, ебать. Фонарик, ебать. Фонарик хорошая штука, кстати, очень хорошая. Вейпан, сука. Блять. Аммо, нейлган. Курва, курва, курча, мать. Трэп. Жалко нет этот хэтчета. Да? Угу. Почтовый ящик поставил. Так, да? Сука. Да. Могу не рать. Чтоб ты жара попал на секундочку, блядь. Чтоб что-то строить, надо изучать фрагменты, блядь, эти ебаные. Я так понимаю. Тарп, что такое тарп, блядь? Вот жора. Ну, и чё я не могу? У меня 70, я не могу в этот. 75, потому что стоит. Один раз погэпать? Да. Шло нахер. Я просто хочу найти, как строится эта поеботина. Какая? Утилизирующая. Я не могу ее найти, блядь. А. Разборка. Да. А у нас, ну, у меня ее нет, у меня только есть ремонтный верстак и все. Workbench. Workbench level 2. Metal фрагментов 500, high quality metal, scrap 500. Ебать, мусора 500, прикинь, нахуй. Workbench level 3. Ебать, 1250. Ну, чем лучше workbench, тем этот же... Тем пизжешь будет это то, что ты строишь. Надо. Подожди, я вот тоже не могу одного понять. Смотри. Вот я, допустим, чтобы сделать фонарик, да? Ну. Я нажимаю на него. А я его сделал. Верт рядом. Я не слышу. Лил Узи. Ого, чувак, ты глянь. Чего? Ты где, на втором? Да. Повернись. Ого, блядь. Вертолет рядом. Да. Можно сделать эти металлические бойницы на этот. Так, сейчас я подойду, блядь, я тоже. Плюшевый мишка мой пропал. Гвоздомет. Чё за гвоздомет? Прикольно. Кто? Анальные заглушки? Это чё за херь? Что такое анальные заглушки? Что за... Блядь. Алло. Слышишь, братан, а что такое анальные заглушки? Я не в курсе, ебать. Но у меня нет места, чтобы их сделать просто. В смысле нет места? Ну выкинь что-то в ящик. Пять штук.
Боеприпасы для Туманыча. Блять. Ладно. Сука, я дебил. Что такое? Мне что, блять, язык поставить нормальный. А, ты на английском, да? Угу. А, ну так это бывает. Так, вообще надо в костер повыкидывать, чтобы вот это все жарилось. Что? У меня есть прицел, который я поставлю сейчас в пистолет, ебать, посмотрю, что это будет. Опа! Где дайно? Ну повернись, стой. Ну, пойдет. А если я гвоздомет сделал? Да? Угу. Это хорошо. Так, хорошо. Так, это металл, это я забираю. Я сейчас пойду переплавлю нахуй. У меня просто даже этот не исследован. Кто? Ну кто-кто, сам вот этот переработчик, понимаешь? Ну у меня тоже. Надо этот строить верстак. Чем круче верстак, тем больше этот же вероятность, что выпадет что-то норм. Ты же сам понимаешь. Ну да. Слышишь, надо забить первый этаж металлом. Так, там его мало, блядь. У нас 1100 металлофрагментов. То не тот. А, ты этим хочешь металлом? А каким? Возьми киянку сверху, пожалуйста. Листовым металлом обычным. Возьми киянку. Я взял. Металл брать? Не, металл есть. У меня две штуки. Да выключи фонарик, блядь. Не. На, киянку. Блять, у меня тоже, сука, эта хуйня. Так, один. Или ты бронированным хотел? О, а чё 86%? Я... Что, кто-то бил? Где 86%? Ну, тут вот. Не знаю, оно, наверное, портится. Да стены позабивай, нахера ты пол? А что это, не понял, а что это, блядь, не хватает металла? Нахуй ты базаришь, Антон, ты меня сейчас драконить начинаешь, я сейчас пизду уже дам его. Все отлично. Ну на все хватит, ебать. Заебал. У тебя точно, да? Да-да. Это просто, чтоб тебе виднее было. Ну как не магитара, я должен тебе чем-то помогать, правильно? Ну да. А шо, все, ебать? Ты ж в кроватку уперся. Заебись. Пэрэ-пэрэ-пэм. Сука, с чего нам накрафтить еще? Кого? Дала фрагментов. Пошел я еще раз туда, к бочечкам. Погоди меня, сейчас вместе пойдем. Да ёба она в рот! А ты что, еще этот, слышишь? Чистокола понаставлял? Ну да, там был один у меня в инвентаре. Так, сейчас я сложу, что мне не надо. Ну да, у нас хата, конечно, этот. Одной... Так, там же ж есть, да, где переплавить это все, ебать? В смысле переплавить? Ну, переработка? Да. Ну, на супермаркете справа. На супермаркете справа. Так, это мне нахуй не надо. Короче, я возле супермаркета, если что. А, ты здесь рядом, который? А куда ты хочешь? Не думал, туда, за заправки, ебать. Так на заправке нема ничего. Надо какую-то другую... Ага, сука, я сетхоум не поставил. О, шестеренка. Ты ставил сетхоум? Нет, у меня он пишет, что нельзя.
И тебе нельзя, походу, да? You have set home, set one of the maximum 2 home, ебать. Попробуй написать там, как там тебе и написало. Не, так я сделал set home. А я не могу чего-то дома его сделать. Потому что тебе надо было ставить фундамент. А где аэр летит? Я не вижу. А, вот летит самолет. Где? Ну, над тобой прям. Да ты бегаешь? Да, да. Прикольно, он летит, когда я поднимаю голову тупо вверх, ага. Я его вижу. Когда я опускаю, он у меня резко пропадает. Ну, походу... Понял, он выкинул. Далеко, да? Ну, да. Ну все, пошли. А, не, он не выкинул, или выкинул, блядь. Пошли к супермаркету тут. Так вот, бочки, куда ты бежишь. Он машины. Собирай все. Металлолом, да, все собирай. Шестеренки и на этот... Я взял там, что дома не нужно, перекладывай. На этот, на переработку туда все. Угу. Банка фасоли, но это не страшно, можно и не брать. Ежевика, батончик мюсли. Да, ежик. Ежевика. Ежевика его. Железная руда, это хорошо. Блять, шприцы выпадают какие-то ебучие. Ну, медицинские шприцы зеленые, у меня их тоже нормально. Угу. Да не, я там дома их посложил, ну их нахуй. Убил кабина с использованием калаша. Читаешь? Не, я не читаю, это хуйня. Убил выстрелом голову. Это было 2 кореша. Кабина и голова. И голова. Понял? Это были серьезные пацаны. Это ты возле этого Урала, да, прыгаешь? Да, 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 да. Да, ту-ту-ту, только тут походу этот. Тут. А не, нормально все. Батончик мюсли. Сука. Иди сюда, шляпа из-под головы. Витрина магазина. Инна. Блять, заебись, хоть деньги сюда не вели, блять. В плане. В плане вообще. Ого, камера видеонаблюдения. Угу. Я ее переработаю, да? Ну да, я тоже. Нахрена нам надо. Всю эту хуету. Сейчас я подожди переработаю. Так я закину тоже все скопом. Стой, у меня что, на шестеренке есть. Все, ничего, нема, больше не бросаешь. У меня больше ничего нет. Вот сейчас нормально с листового металла повыходит. Классно сделали то, что правую клавишу нажимаешь, и сразу можно забирать все это, да? Угу. Что, ну нихуя не работает. Кто? Что по одной штуке, блядь, делает? Наверное, с этого предмета так просто выпадает галима, вот и все. Сейчас я хочу глянуть, сколько шестеренки будет. А, с этого микросхемы повылазят. Да, с видеокамеры, видишь, он микросхему повылазили. С брезента. О, ебать, он даже, сука, ткань делает. Нет, ёба. Это с брезента ткань выпадает. Что с канистры выпадет? Все, прям там металл. Это ж не все еще. А что, у тебя еще там куча все? Витрина магазина у меня есть. Нафиг она мне надо.
А ну с таблеток что будет? Ничего, он не заводится с ними. Угу, не заводится. Так, давай еще что-то посмотрим. Ты что, спиздил таблетки, блядь? Тебе скинуть? У меня их... Да нахуй, нахуй не мина. У меня их реально хватает. Надо вот так вот, как бомжи, реально, тупо собирать, собирать, собирать хлам. Семьдесят шесть металлолома у меня. Опять убил голову. Пустая банка из-под тунца. Макс, иди сюда, я тебе продам что-то. Опа, сигнальная шашка, ебать. Иди сюда, я тебе что-то продам. Сейчас, погоди секунду, я сейчас сигнальную шашку переживу. Что нахуй не надо? И что с него получится? Порох и какая-то хуйня. И сигнал. Что ты мне хром хочешь продать? Идем со мной. Иду с тобой. Проходи, блядь. Заказывай. Дайте мне по лицу, ебать. Я просрал его 8. В меня, сука. Реально в тебя? Нет, конечно. А нахер ты меня втулил? Знаешь, сколько у меня жизней осталось? Сколько у тебя осталось? Дебил, блядь. Сколько у тебя осталось жизни? 20. Охуеть. Ты ж нашел чем тулить еще хэтчетом, блядь. Покушай, возьми, ебать. Там мишка большой. Жора, а ну выйди спереди, ебать. Магазина, ебать. До машины. И что будет? Ну выйди, блядь. Что ты на крыше, сука, притих? Опа, 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 измена такая. Где он, да? Ку-ку, ёбка. Так ты пидормотина, ебать. Выйди с магазина. Ого, слышишь, у чувака прожекторы на этот... Я въебал тебе или нет? Нет, ты над головой пролетела мне. Пошли. Куда? А ну я через эту хуйню ебу тебе ебну. Ай, блядь, кровотечение, сука. Ой, где я тебе въебу зеленого этого? В смысле... Змея. Того, я тебя полечил, ебать. Полечил? Полечил, полечил. Давай этот рез и побьем. У меня кирки нема, ебать. О, где ты взял такую кирку, ебать? Выпало. А я такую изучил, какая, ебать. Ну так ты что, ее сделать не можешь? А, так я топором не могу. У меня нема из чего. А что тебе для нее надо хоть? Да ебу. Ну, дерево, наверное, правильно, и металл. Не, ну как бы логично, да, ебать. А у тебя что, нету дерева? Так, мне надо 100 дерева, ебать. Иди сюда, на. Тебе делать такую хуйню? Кирку, ну сделай еще одну, да, потому что это у меня уже косаная. Ты хэтчет не можешь, да? Делать? Нет, хэтчет нет. Да, вот нормально она рубит. Ну, ебаный в рот. И шо? Блять, надо возле воркбенча находиться, понял. Ну ничего сделаешь. Жора, давай я побежу куда-то, блядь. Я даже хоум не прописал, потому что мне негде. Куда побежим? А ты, наверное, на меня ТП сделаешь, или? Просто вниз мы уже бегали, посмотри, блядь. Посмотри по карте куда. Так если бы можно было ее передвигать, сука. Может, как-то и можно. О, так можно ее передвигать, блядь. Блядь, и отдалять как? Можно, и приближать можно. Правой кнопкой, блядь, нажимаешь. Сначала, блядь, и вводишь, мышечка появляется, и вводишь по карте, блядь. А, отдалять, блядь. Ну, колесиком, сука.
А, так, ну это правильно, вот мы бежали, вот в квадрате L5 заправка. Угу. А он AR в квадрате J. Угу. Большое, J5. А что у нас выше, ебать? На H2 что-то тоже, он, видишь? На G7 есть что-то, где? Блядь. А, это гора, блядь. А, так это гора. А во, ого, посмотри, N13. Итак, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N13? Ну, N12, N13. Воу-воу-воу-воу-воу! Чё, побежали? Да. Нам тупо надо прямо по... Блять. Нам надо вот так вот просто бежать. Вот так вот. Вот. Ну все, погнали. Вообще будет бомба. Ну я в принципе знаю, что это такое. Я в принципе вообще. Блять, это мы через зиму будем бежать, я замерзну. Не замерзнешь. Я... У меня нет верхней одежды даже. Так мы сейчас найдем ебать что-нибудь. Ну я хоть так как-то кинулся. Плыть придется, да? Ну да, так перебудем. Туда не поднимемся, бери левее. Ну что, раз не тормозит? Вообще, Жора. Хочешь, чтобы у тебя на компе так было? Конечно, Эля. Тукол, сука, 1 градус. А я сейчас просто мокренько. Мокренько? Не досади. Ну, вам очень холодно. Найдите более, да? Или оденьте теплые, да? 14 человек в онлайн. А ты там где вообще? А, ого, то ты гребешь. Эй, я прямо плюю, ебать. Убил выстрелом поясницу. А из чего хоть калаша, ебать? Нихуя, ебать. Ну нихуя себе. Ну нихуя себе, бля. Ну я почти переплыл. О, я заметил. Что ты, где ты собака там плывешь? Ну так если у тебя графа хорошая. Да я вижу тебя. Красавчик. Ну тебе делать нехер, блядь. Я ж не попал в тебя, я. Я знаю. Ну и все, ебать, что ты попал. Ну пизда тебе еще. Жалко, тут нету таких каких-то, понял? Я б тебя шприца, ебать, закинул бы нахуй. Знаешь, на что похоже вот это анальные затычки, что я скрафтил? О, вон, смотри, ящик какой-то. Слышишь? Ну. Они похожи на этот. Анальные затычки, сука. На болты для арбалета. Да. Угу. Ну что там в ящике? Это не ящик. Ты в каком квадрате бежишь? Я вообще не бегу, я камень бью. В квадрате в каком я? N5. N5, ну я тоже в N5, только я тебя нихуя не вижу. Что я на гору только подбираюсь? Поднимаюсь, точнее. Ой, блядь, это через тупо зимний биом, да, валить? А, вижу тебя. Смотри, сколько тут камня. Ну, так это же зимний биом. Ты хочешь сказать, что у тебя зима сейчас уже? Ну да. Странненько. Ну здесь все белое. У меня нет. У меня все белое. Даже на карте, если посмотришь, ты в зиме бежишь. А где этот? Ну да, конечно. Прикольно, у меня пустыня тут. Да. Да, я не могу... пишет, что холодно или что? Да. Блять, я тебя проебал, я уже в N7, ебать. Именно посередине, блять, понял? Угу. Ну, то есть, на краю... Ай, ебать. Да я по твоим следам побегу. А ты же видишь мои следы? Да.
Ну, а, блядь. Только я тебя не вижу даже. Сука, по-моему, они взяли и кончились. А, вон прямо-прямо беги, прямо. Да, вижу. Ну чё нету гитары? А там что-то красное наверху лежит справа от тебя. Что-то красное. Справа вот там. Надо будет пойти глянуть. Там дом какой-то, ебать. Ну что, то дом? Да ебу я, ничего тут красного нет. Вон то красное, бля. Не, не готово. О, ебать, мы уже на половине пути, Жора. Это хорошо, так а что там красное? Да я не знаю, я еще бегут. Опа, пошли лутать будем. Так а что тут? Ну я ебу, стационарное какое-то здание. Угу. А это не там, где мы когда-то Томпсон с тобой нашли видео на Ютубе, у меня еще есть, да, помнишь? Да нет, это же совсем другая карта уже. О-о-о-о, Жора, ну здесь лута дохуя, потому что вспомнишь, что это за место, блядь. А-а-а, угу. Сука, почему на нем ехать нельзя? Ну что, пока он только... О-о-о-о, там кто это, блядь? Тип. С луком. С луком? Да, он... Чё, постреляемся с ним? Да, постреляемся, он меня завалит сейчас. Да всё, я на... поиграл. Воу-воу-воу-воу. О, я ему сбил 42 хп. Да молодец, ну, что ж. Когда завалишь его, скажешь, я к тебе тпшнусь. А, я его убил, нахуй! Давай, добивай его. Как там, ТПА, да? ТПА, мамкин бандит. ТПА команду можно использовать только следующим образом. ТПА... принимает. Блять, пиздец. Ага, это твои шмотки, все, я понял. Так, у этого ж типа что тут есть его. О, ебать, у этого типа тоже тут нормально. Я не могу понять, я не могу телепортануться, почему? ТП просто пишет. А, он, сука, переэтот, понял? Я не перепонял. Что? Он переделывал на металл. А. Что? ТП. Мамкин бандит. Угу. Not allowed. ТП или ТПР или ТПА? Как? Бля, есть, Антон, честное слово, бля. Так, ладно, да, собирай тогда все, что у меня там есть. Ну я, блядь, пытаюсь. Перерабатывай, я возле дома тогда побегаю, что ж. Сука. Если я не могу к тебе тпшнуться. Нахуй мне эта куча шоколадок, ебать, нахуй это человечатина, ебать. Выкинуть, нахуй, выкинуть, ебать. Так, что я тут могу забрать? Ебать, как я ему четко прописал по ебальнику, нахуй. Так, забираю твою эту хуйню. Как там, эту ТПА или ТПР? ТПР. Ну, или ТПА, или ТПР. Что-то... Одно из этих. Жора, я вещи твои забирать не буду. Сука! Это кто за... Домпер, нахуй. Пошел нахуй отсюда. Что, чувак? Да. Он сейчас стоит, поиграешь тоже. Я убил его. А, что, голый или кто? Голый. Мамкин бандит рубанул демпера пополам. Я тогда пока возле супермаркета бочечки побью. Так, так все повыкидывать нахуй, чтобы ничего никому не досталось.
Блять, кит-стартер еще будет недоступен 14 тысяч секунд. Заебись. Так, Жора, фонарик. Фонарик я твой. Бери, фонарик хорошая штука, реально. Лук тебе брать, не брать? Макс, ну, то, что надо, то и бери. Сука, как бы вот так теперь все это переработать, блядь? Вот так нормально стоит. Перерабатывай все, что можешь, я сейчас пок... А вот, и вот именно, что я еще и переработать нихуя теперь не могу, потому что у меня вроде ничего и нету, блядь. Я сейчас буду тупо все, что находить, тупо все буду переда. Бля, ну это ж надо было. Сучара. Так я его с гвоздомета три раза пальнул. О, кстати, а где твой гвоздомет, ебать? А я откуда знаю? А, вот он есть у меня, да. Бля, это последний гвоздь, кстати. Я знаю. Я ж по нему пырнул, а то ли урон не прошел, то ли хер его знает. Я понял, что-то такое. Я понял, что-то такое, когда мы туда этот подошли. Ох, ебать. Мог, это не... Это тот Моки, какого ты завалил или нет? Я не знаю, кто там. Пишет он, пацаны, отдайте ресы. А шо уже не так? Вращающиеся колеса, ебать. Колесо вращающееся. Ох ты, шо за костюм, ебать? А, это антирад костюм. Ты так срался, как будто, я не знаю, динозавр на тебя выбежал. Да ебать, я не знаю, что мне выкинуть, сука. Я точно знаю, что я сейчас дофига металлолома поперерабатываю. Да ты там-то на той базе уже, да? Угу. Сука, и в ящик ничего сложить нельзя, пизда, ебать. Да? Так, покинуть. Сейчас я одену это, вещи свои. О, я от автомата нашел эту хрень. Корпус, понял? От автомата вот тут. Угу. Я его, наверное, не буду перерабатывать, как ты. Не, ну не надо, ебать. А, хотя, гуляй, рука, балдей, переработчик. Очередная смешная шутка. А, да, это была шутка. Так, это ж можно забрать и переработать, да? 30, сука, нахуй мне 64 стрелы, блять, а? Эжевика, ебать. Так, в переработку. Раз, два, три. Кровать же ж нам не надо, нет? Ебать, радиация, а я стою такой охуевший, думаю, Максим, ебать. Кровать нам не надо, еще одна, нет? Зачем, у нас есть по одной? А ты ее там просто не поставишь больше. Сейчас кровать. О, Жора, у меня теперь два фонарика идут. Классно. Ты там как облутаешься сразу этот до дома. Пишу слэш хоум, ебать. Я просто не хочу со всем этим бежать туда дальше, ебать. У меня нормально сейчас тоже ресов будет. You can only use the home command as follows. Home name, teleport. Тут как-то замудрено стало все, да? СТП. Пизда, Антон, ебать. Я, короче, написал не set home, а... Ну, просто надо было писать set home 1, а я написал set home, понял? И шо? Ну и все, пизда, я не могу тупо шиться домой. К
Круто. Беги домой, что ты тогда сидишь, ждешь? Да бегу. Я сейчас тоже побегу. Я там немножко уже поднаделывал. Пой, как я его четко последнюю плюху в голову, как вмазал нахуй. Не, все-таки, короче, раст оптимизировали охеренно. Угу. Молодцы. Согласен. Вот тут чего они долго не могли доделать, но все-таки они доделали, оптимизацию залепили. О, я уже две песни, я дома, нахуй. А мы в каком квадрате, Антон? О2? Не. Ты понял? Съёбнутый, сука. Я сейчас добегу, я тебе скажу. Ты кирку мою хоть забрал кошерную? Да. Она сколько уже еблетов отбила? Фу, все, я лечу ебать домой. 12 секунд. А, ты нашел как? Да. Фу, блядь, я в доме. Попробуешь, ну скидывай все там этот, распределяй, я сейчас тоже прибегу. Они небо так охеренно сделали, тучи вот это вот все. Я антирад костюм, короче, сложил, ебать. Ну я сейчас прибегу. Ну я в округе все, получается, облутал, поперерабатывал все, что не надо было. А ты где ты ставил свой ящик? Я свой не ставил ящик нигде. А чё? А вот он. Ну, ты же мне тогда сказал, что этот он не надо. Так, на первом этаже, короче, понял. Да я там тут. Вот, смотри, ты сейчас поскидывай в ящик, я поскидываю эти. Стой, я тебе поскидываю то, что этот. Или ладно, сейчас. Да ну, нахрен тут этот. Я тогда рукоять от автомата, антирад таблетки и зеленую аптечку. А, сука. Что такое? Я могу сделать двойную металлическую дверь. Не, стой, подожди, я на самом деле скину туда резы. А ну сейчас перестань делать, я сейчас закину еще вот. Ну. Ты что, их забрал? Кого? Я с тосхером закинул только металлолома туда. Какого металлолома? У меня было всего их 300, ебать. Ну правильно, я закинул. У тебя там было 245, я закинул свои. Ладно, хрен с ним. Сука. Забрал мои шурупы. Да ладно, ебать. Сейчас. Да ладно, мне-то, мне-то шо, забирай. Ебать, тут хуета какая-то, сука, выпадает одна. Я хочу выбить эту хуйню. Ебать, а может, сука, их не тратить? О, вот, это что-то первое нормальное, ебать. Револьвер. Да ты шо, нифига себе, антирад крутой. Хочешь глянуть, как ты выглядел? Смотри. Давай, подбегай. О, ебать. Гитары не хватает, я так само прыгаю. Сталкер нахуй. Так. А, ты тут капкан какой забрал, кинул туда?
Ага. О, она еще булава здесь же твоя. Ты наверху или где? На лестнице. О, ну моя б, да. Так, а теперь знаешь, что... О, Кит Хантер хоть прописал. Шо там, шо? Так, вейпом. Могу делать. Металлическая труба, один надо. Фрагменты металла, 125 и ткань. Где нам взять металлическую трубу? Пройди, заебал! У меня ткань есть. Да, труба нужна, а не ткань. У меня ткань есть. Так, у тебя есть ткань, да? Кажется, охуенно-то, блядь. Сука, где моя шапка, блядь? А чё, блядь, за новогодний этот... Декоративные ёлочные погремушки, блядь. Ого, блядь, нахуй я это столько взял? Шо? Жора, я предлагаю разломать один фундамент и дать, чтобы ты поставил свой и прописал сетхом там. Давай, пиши ремув. У меня нету киянки, сука. И у меня нету. И у меня сейчас дерева я... даже нет. Сейчас я сделаю киянку. Так, у меня есть киянка, я говорю. Так, а чё тут у нас? 5000 серы. Ты только ковёр не трогай. И ты что, опять хочешь туда побежать? Так. Блядь, 50 камней и 10 дерева надо. Ну, ёбаный врат. Что ты делаешь? Я не могу его сломать. Ты ремув прописал? Ну да. Ремув тул. Time left 3 секунды, сука. Price stone 50, вот x10. Как разломать, нахуй? А ну еще раз. Не ломается. Нам почту никто не писал еще. Ну что? Добавьте больше ресурсов, скажу, что предотвратить гниение базы, блядь. Сука, я не понимаю, почему, блядь. Не могу понять, как пользоваться ремоум, нахуй. Я тоже. Что ты там уже строишь? Да, я там ремонтирую, блядь. Смотри, как оно быстро гниет, ебать. Ага. Добавьте больше ресурсов в шкаф, чтобы предотвратить гниение базы. Ну так ты шкаф запечатал, молодец. Ну так, блядь, а как ты по-другому хотел, нахуй? За дверь его кинул бы, двухстворчатую металлическую или одностворчатую металлическую. Теперь у нас вся хата из-за тебя развалится. Ой, блядь, заебись написал, нахуй.
опять не могу понять, как сломать сюда. Так, ломай, сейчас я подойду. За 28 секунд, блядь, нельзя еще мне нихуя делать. Я понял, что оно не ремувается, бля. Чего? Написано 128 секунд, еще нельзя его. Сука, и в шкафу, понял, нет вот этого МВК, ебать. Ну. И хата, сука, ломается, блядь. Зря мы эту хуйню затеяли, ебать. Какую? Ну, я вот эти две стены сделал большие, ебать. Ну, то есть самые пиздатые, понял? Ага. Я в шкаф же ж не ложил эту хуйню. 51, 50, 49, 48. А что это у тебя висит? Building decaying. Да. Что это типа разрешено или что? Не знаю. А кто знает? 35 секунд, ебать. 24 секунды ломать еще ничего нельзя, нахуй. Значит, надо поспать тогда. Тосик и барбосик. Так кровати так называются. У нас сколько там еще? О, блядь! Я обосрался только что. На шипы, придурок! Ну, тогда я поставлю. Ну, ставь. А у меня что, есть чем? Ну, блядь, сделай, заебал! Из чего? Кинь мне киянку и план нормальный. Да какой нахуй киянку, блядь? На план, нахуй, только план тебе нужен. Дерева у меня нет даже. На, нахуй. Ставится? Не. Как не ставится, блядь? Ну красным горит. Not in out space. Нет места. Знаешь, что нет места? Потому что шипы ты поставил, они упираются в этот. Тут я могу все делать. Шипы мешают. Давай сломаю. Бля, я прям чувствую, как я умираю, нахуй. Да с лука закиляй. Не пиздел, блядь, я помог. Выходи, выходи оттуда. О, есть. Так, теперь что там, слэш, хоум 1? Да. Unknown command, хоум 1. Set home 1. А, слэш, set home 1, да. Вы успешно... Вы сохраните текущее местоположение, как ваш дом. Держи. Да выкинь его нахуй. Куда? Он мне не нужен. Ну просто, ты же его выкинул, да и все, ебать. Ну хай лежит тогда. Mm-hmm.
вроде у нас дома и куча всего нормального, они нихера делать никто ничего не может. Ну да. У нас ни оружия нету, ничего. О, кстати, оружие, ебать. Насчет оружия, нахуй. На шо? Вейпа, нахуй. А, нам надо металлическая труба одна, ебать. Ну, то есть две трубы металлические. Ага, патроны, блядь. Амо, нахуй. Сколько надо на патроны? Костяная стрела, ебать, обычная. Да, это болты для этот. Анальные заглушки, сука. Сука. Так, випа нахуй. Так, я предлагаю сделать перекур. У вас домет нахуй? Какой перекур? Ну какой? Я похавать хочу, мне еще надо дома поубирать этот. На вечерку еще зайти. Хочешь, ты играй пока, я ж ничего не... Не, ну можно, че, блядь. Сделать перекурчик. Согласен, ебать, согласен.